Давай, прикрывай. О. Левее, левее бери. Левее, чтобы нас не накрыли, видишь, не видели. А то сейчас свои же еще жахнут. Посажем еще чисто, вот, чтобы без гранат аккуратно. Гранат кинем, сейчас свои типа порешаем. Здесь, здесь, здесь тормози, все, 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 пройдем, пройдем, стой, 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 они же зеленые, не надо зеленку заезжать, мать. Сейчас... Не ссы, пошли. Давай! Чистим вот эту штуку, на пол. Так, рядом, есть. Немцы. Граната. Назад, назад, гранату кинул. Тут в лесу сразу. Пацаны, рассоситесь, гранатами сейчас закидают. Да вы по ним пулеметом. Ебашь через зеленку. Они вот там слева. Смотри, своих не заебашь. Вот куда слева? Через зеленку, по ходу движения. Вот. Я нет. А. Давай. К скауту отходите, не стреляйте. Хуй с ним, к скауту отходите. Здесь пехота вражеская, ты чё? Все уже всех порешали, походу. Того наши бегают уже в лесу. Их тут было там 3-4 человека, не больше. Тут так. ДП халявный валяется, если надо, пионер. Ну давай, я заберу у меня как раз этот и патрон от него. Тут тоже валяется. Прочекай, прочекай, до конца дела. Это наш живой. Че у немцев хорошего есть? Вдох у всех? Не, не надо, не надо ДВшку немецкую. Нельзя ДВшку брать. Погнали обратно. Куда обратно? Ну, в смысле, к машине. Блядь. Мы и так у машины. Да, убили. Давайте на два, на эту. Так мы атакуем, не? Зеленку вначале. По Виллисам, этот скот, бери опять скаут, скаут, бери. Все, давай, у меня патроны. По Виллисам, по Виллисам, быстрее, быстрее, бери, быстрее, по Виллисам, по Виллисам. Ну, давай. Сел на водилу. Сдаю назад, осторожно. А где второй? Да вроде всех. Но пару человек мы потеряли. Куда едем-то? Под зеленку? Давай, 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 давай. Вот тут бункер впереди. Ширше, друг за другом не видите, чтоб одна граната вас не убила. Сейчас за одним вернусь. Один бандаж. Колючку там можно пробить чем? Гранатки есть? Осторожно, осторожно. Дистанцию держите, главное. Бля, двери не открываются, ясно. Хуй с ним, давай окопы чистите. Ай,
За Сталина! За Родину! Небес, сука! Сдохни, падал! За Родину! Пацаны, давайте продвигаться. Они убили Ивана. За Родину. Бункер прочекнул. Не закрыты, они открываются. А? Открывается. Не открывается? Нет. Свои уже. Чё, они заблокированы? На границу. Там немцы, границу, суки, вы где? Выходите по одному. Идите, я соберу всё. Чистим, чистим окоп осторожно. Ой. За Родину. За Сталина. Наверное. За Родину, блять. Если бы это бот притворялся игроком. Точнее, игрок ботом. Все, чистим, чистим, чистим. По-любому мрази сидят фашистки где-то. За Родину. Дальше, на север, север, за Родину. Ганнибал убили, суки. Слушай, они дальше походу остались, остатки на северо-западе, скорее всего. Не надо целить. Добивай фашистские мрази. Бля, так мы заняли высоту. За Сталина. Вперед. Ура! За Родину. Востока западный сектор остался. Давай, давайте, дожимаем их. Украдуем немцам два гранаты. Только осторожно с гранатами, своих не побивайте. Где они, суки, остались? Суки, вы где? Немцы, блядь. Нет, нет, пошли западный сектор возьмем. Западный? Это западный, последний остался. А что, а есть там сектор? Вот этот, который? Копы вот эти. Понял, понял. Никого нет, я там смотрел. Блять, ну мы зашли просто как, блядь, спецназ какой-то, блядь. Просто, блядь, как эти, как боженьки. Хватили. Давайте, блядь, возьмем. Всё. Так никого нет, блядь, пидорасы. Бля, конечно, ДП тяжелая, блин, выдыхаюсь постоянно. Тяжелые, которые гранаты кидают. О, на вышке въебнули же. Еееее, перемога! Ура! Ура!